Друзья, всем привет, особенно кто любит заниматься электроникой и электрикой. Вот. Сегодня на обзоре вот такой интересный контактор. Мне достался щит, к слову. Там было достаточно много экзотического всего. Вот. В том числе вот такой вот рубильник. Я, наверное, говорил, сказал, контактор это рубильник. Да, вот контактор, кстати, там был. Я не знаю, по-моему, на канале есть видеоролик. Вот такой вот фирмы, да, это швейцарский, по-моему, как часы, да, Прехер плюс шум. Интересный, кстати, неплохой. Я его показывал, да, есть на канале. Показывал, как чистить контактор вот на его примере. Вот, сейчас мы посмотрим рубильник. Вот, в каком он состоянии. Сделан, конечно, так интересно достаточно. Ну, достаточно топорно. Вот. Здесь, кстати, медные клеммы. То есть, может быть, алюминий не очень хорошо сюда заводить. Вот. Достаточно жесткий такой на включение, товарищ. Вот. Контакты здесь спрятаны. То есть, в принципе, достаточно хорошо и безопасно, то, что контакторы спрятаны. Сейчас мы открывается достаточно легко. Есть фиксация под замок. Не знаю, сколько они стоят. Я сомневаюсь, что они на российский рынок поставляются. Вот. Это вроде бы 100-амперный контактор. Просто сейчас там на закрытом. Мы чуть попозже откроем, посмотрим. Рубильник. Я опять оговорился. Вот прям какая-то проблема. Ну, или выключатель нагрузки, да? Вот так вот он выглядит, кстати, можно и так поставить, так, кстати, он выглядит, наверное, даже приличнее, вот. И контактом, кстати, безопасно вполне, то есть, ну, без особого желания до них не доберешься. Просто положено, по идее, да, закрывать в некоторых случаях контакты, потому что я так полагаю, когда на динрейке, его можно на обычную динрейку поставить, да, то есть, я даже предполагаю, что можно в щиток воткнуть и будет. Сейчас, в принципе, есть обычные модульные рубильники, то есть, проблем с этим нету. Вот, я, конечно, хотел его разобрать, и, наверное, я думаю, получится его разобрать. Вот. Ну, не знаю, насколько это жестко будет. Предполагаю, что он собран очень дубово. Да, вот его характеристики, кстати, открылась картинка нам. Но не сфокусировалась до конца. Так, да, 100 ампер на 690 вольт, 100 ампер. Да, кстати, на 415 вольт, 63 ампера. То есть, да, это не 100 амперник получается. Ну, вообще, конечно, как-то странно, что больше напряжение и больше ток. Ну, вообще, по идее, такого не должно быть, наверное, все-таки. Не знаю, может, я не прав, напишите что-то в комментариях, да, если вы максимальный автомат, видимо, который будет после него. Или на него 80 ампер. На него, наверное. Устоящий автомат, максимально 80 ампер. Я так предполагаю. Здесь всякие стандарты. Вот. Что-то я сомневаюсь, что у меня получится его разобрать. Потому что это вообще я нажимаю, она никак. Жаль. Жаль. Ну, единственное, сейчас попробуем просто его тестером позвонить. Это не тестер здесь. Я, конечно, хотел бы его разобрать, но, к сожалению, не выйдет. Посмотреть, как он устроен. Посмотрим хотя бы сопротивление. Какие у него сопротивления там имеются. Так, он у нас сейчас включен. И будем сейчас смотреть его контактную группу. По идее, он работал какое-то время. Я не знаю, конечно, тыркали его туда-сюда или нет. Вот, но вполне возможно, что тыркали. Так, что у нас там показывает? Ну, показывает... Не видно, да? Ну, показывает хорошо, в общем. А вот здесь похуже, что ли? Или просто у меня контакт? Блин, ненавижу эти шнурки. Все путается, места мало. Это похоже контакт на группу. А, нет, ну, нормально. Я просто плохо нажимаю. Лучше, наверное, туда залезть и медяшку попробовать. Пощупать. Да, 1:1. 1:1. 1:1. Вообще, конечно, интересно было посмотреть, как контактная группа там устроена. Ну вот я даже вот так щупаю и зажимаю, у меня 1:1 сопротивление проводов. Вот такой вот интересный контактор. Ну, не знаю, рубильник. Возможно, в принципе, где-то их можно встретить. Я думаю, такая вещь интересная и, в общем-то, компактная. Куда-то его воткнуть. Все, всем пока, спасибо за внимание.